Привет, друг, на канале Смотри ее чистого, Миша Егор. И сегодня будем смотреть за Мираной. Герой набирает сейчас популярность. Значительно чаще ее пикают. Играют в RedClick Build, что интересно. Напоминаю, что очень сильно апнули липа. Баф длится 4 секунды. Немножко подапали шард, что тоже интересно. А таланты за 20 уровнем. Бесполезно нам на бёрн заменили талантом на дэмэдж, что тоже достаточно интересно. И это Микота. Топ-1 ранг. Невероятно круто это выглядит. Но, к сожалению, ФБшку здесь не оставила Марся. Так бы, конечно, Мирана без проблем слипа затыкала. Ну и подержал скиллпоинт. И это прокатило по итогу. Лип, возможно, сыграл свою роль. Единственное, непонятно, как сейчас без стрелы будет лейнить. Но, в принципе, с Марси можно сыграться, законтролить ренжевика. Очень интересно также заблочить ли противники большой спот. А у противников Кири Марс? Нет, это совратящий Марс. Марс пятерка. Кири у противников Ускар очень необычные пики. И на примере этого игрока научимся играть на хардовом Миране 7.32 патча. Но если позволите, после небольшой паузы. Получить такие красивые шмотки вам поможет сайт Тести, на котором из сундука могут дропнуться уровни боевого пропуска. Вы их просто сразу же выводите на баланс стима и пополняете свой БП. Но если уровней вам мало, то можете обзавестись новенькой арканой, например на Пуджа, ну или на других героев, они все так же доступны в сундуках. Те шмотки, что вам не понравились, можете сразу же продать или обменять по контракту на случайную шмотку, или же выбрать конкретную награду и воспользоваться апгрейдом. Также не забывайте, на ежедневные топы самые активные юзеры попадают именно туда и получают гарантированные призы. Переходи по нашей ссылке в закрепленном комментарии, чтобы получить бесплатный сундук, а промокод ШУШУ2 даст вам 10% к депозиту. И про тести коины не забывай. Удачи! Да, всем привет, Микота из команды Savage под названием Talon, который будет участвовать на Интернешнале. Вот, соответственно, играет. Вовсю готовится. Увидел, что у него топ-1 ранг, посмотрел матчи, сразу же увидел очень крутую игру. Тут очень крутые ранги, обратите внимание, тут играет Эмо из IG, играет Мира на шейкере. Эмо на Энигме, забыл сказать. Мира играет на шейкере, ну и Steam Spirit, очевидно. Штормер, который ему мид не уступил, играет на Лешрачке медовом. И Пьюр играет на Хускаре, в противоположной команде у Пьюра, причем ранг 3. Вот, также есть сам 23 Savage из команды Микотыча. А, точнее, ГПК ему, получается, мид не уступил, что-то я немного перепутал. ГПК на бетике, 10 ранг у ГПК. Вот, получается, Шторм в противоположной команде. Немножко напутал. Ну, кстати, тут оформили ФБ. Ой, че, не ФБ, убийство. Килл, к сожалению, не достался, но тоже приятно. Опять же, в принципе, линия у них неплохая, тупо. Прямиком из аниме по доте. Мирана, Марси. Подчиненная или кто это вообще? Я сижу, не очень знаю. Ну, получается, тупо на одной линии будет сядь. Ну, кстати, тройку Мирану реально пикают некоторые коллективы. Вот, например, Entity брали несколько раз тройку Мираны. Мне это, честно говоря, всегда не нравилось, но Entity всегда выигрывали с этой тройкой Мираны, не знаю как. Но у них это получалось. И здесь будет такой более физовый билд. Вот, опять же, по моей памяти, последнюю Мирану, которую я видел на третьей позиции, там играла через Аганим, через Юла какие-то. Правда, не помню, что за команда была. Но в той игре Мирана проиграла. Здесь же будет прям фул физовый билд. Вот, и будет очень интересно посмотреть. Опять же, для тройки Мирана он сделает слишком много. Просто я даже не знал, честно говоря, что это тройка Мирана. Я думал, что, ну, Микота все-таки мидер. Значит, медовая Мирана. И, ну, если судить по артефактам, по дэмэджу, по КДА, да прям очень сильно на медовую похоже. Однако тут неожиданно тройка оказалась. ГПК не захотел мид выступать. Но все-таки, возможно, это по тем соображениям, что Микота уже отобрался на инт, а КПК на этот момент играл еще квалификации. Игра 5 дней назад. Так, ну, кстати, нападение на Хускарчика. Нормально, убили Пьюра. В этот раз фраг ему достался. Слушай, ну линия вообще огонь. В принципе, линия вообще идеальная. То есть милишник, четверка такой идеальный под Мирану, который может вперед пойти и создать контроль, потанчить. Здесь прям очень хорошо здесь. Ну, Марси смотрится. Ну, и Мирана как раз ренжевик, который зарашивает все два резбенда. Сзади стоит, наваливает. Опять же, и под стрелу можно закомбинить. Станчик есть у Марси. Под стрелу выкинуть еще может. То есть, в принципе, линия прям чётенькая. У него 90 дэмэджа под сайдкиком. Сейчас даже побольше чуть-чуть.
Невероятно тяжело такое переживать. Два рейсбенда, кстати. Достаточно редко такое видим. Номера не хочется. Номера на огромные ренжи атаки. Но своего редклика как будто бы не хватает. Берешь рейсбенд, иногда два. И гораздо комфортнее лейнится. Тем более, что здесь ДПС особенно важен для того, чтобы перебить Хускара на лоу ХП. Ну и... скорость атаки под очень высокий дэмэдж, который дает Марси. Прям идеальный лайн для двух бендов. Какой же он приставучий. Ну и с Хускаром, кажется, будем прощаться. Старфол, причем куда надо, полетел второй. И фраг достался, так еще и Марса заберут, блин, какая же линия шикарная. И на и Марсе даже килл достался. Хотя я после этой, ну когда Марси замахнулась, я уже испугался, что третий килл для нее. Да. Какая же линия по итогу шикарная получилась, просто 3-0-2 играет на Миране. 5 убийств не оформили, когда у его команды всего киллов 7, то есть они прям уничтожили эту линию. Ну Хускара сейчас, правда, этот будет, ШМФР НВИЛ, возможно ему чуть попроще. Будет стять с этого момента, но старт прям очень хороший. Так, кстати, опять нападение на Марса, второй уровень у него. И купил он, конечно, каплю, но вряд ли это поможет ему выжить. Да, опять достается фраг. 4-0-2 просто катает. Ему пьюр аж три хорошо сыграно спамит. Видимо, недоволен происходящим. Ну, понять можно, мне кажется. Топ-3 ранг. К нему приходит какой-то пятерка Марс. И третий раз уже умирает, да, получается? Угу. Не то, что ты хочешь ожидать прям на настолько больших ММРах, когда тут просто 8 про игроков. Мне вот интересно, в какой момент мы перестанем друг друга понимать из-за того, что в игре Марси-Марси. Это проблема, да. Причем не обязательно выдавливать из себя Марс и Марси. Можно просто сказать Марси, Марси. Интересно, будет Фалькон будет покупать на Мирану? Мне кажется, прям самый лучший итем для кор вот такой Мираны. Опять же, вот Ана какое-то время, вот он постоянно спамил Керри Мирану, и он в каждой игре брал Фалькон Блейд. Мне кажется, прям шикарный итем, опять же. Манерегена на героя не хватает, тебе там нужно Штормшторм крипов нажимать, чтобы быстрее фармить. Где-то тебе там надо третий скинуть, второй где-то можно скинуть. То есть, мне кажется, очень оправданно смотрится Falcon Blade. И это еще и, в принципе, хпшка, дэмэдж. То, что Миране не хватает. Очень надеюсь, что он будет покупать Falcon Blade. Но пока что просто маску себе принес. Непонятно, будет он его базилку грейдить вообще. И может, так и оставит. И в кикбэ у него Драгонвенс. Но Драгонвенс тоже шикарный итем на Мирану. Опять же, из позиции, с большой рейнджи атаки настреливать. Звучит очень хорошо. Ну и под катапом будет сейчас тавр ломать. Под глиф, под катапульту. Очень рано они собрались его уничтожить. 7-я минута только. И, кстати, могут еще Марса убить. Но, походу убьют. Телепорт с Вилума. Шикарно. Шторм не дает. Опа, Рики. Со стычек. А, как он тут оказался вообще? Ну, не самая комфортная у него линия. Стоп. Откуда 29 крипов у Валоры? Это Эйдолончиков он так хорошо резал? Эйдолонов. Да, Эйдолонов убивал по-любому. У него крипов больше, чем у Рики по итогу. Не, медовый у них бэзик. Эйдолончиков убивал, значит. По поводу Falcon Blade, с одной стороны, очень круто выглядит, с пулом ХП проблемы, и дэмэджа хочется добавить, и мана нужна. Мирана фармит только скиллами поначалу. С другой стороны, поверх двух бендов, как будто бы темп убьет, и слишком поздние молнии. Но я с этим рассуждением сильно запаздываю, потому что здесь Драгонлэнс постовый. Нежданно, негаданно. Я был уверен, что даже на хардовой Миране, если билд не агонимный,
то с фастовых молний будет начинать. Очень много скорости атаки у героя. Это единственный способ дешево и серьезно разогнать ДПС. Это именно молнии. Ну, соглашусь, фастового драгомайс прям очень сложно ожидать на таком герое. Ну и нормально, смотри, что он сломал вышку в боте, сейчас пришел, спокойно сломал вышку в миде. Импакта ему пока что вносит очень много для тройки Мирана, у него, блин, 4600 нетворс, он как будто на керри играет. Это слишком много. И в 7 убийствах он поучаствовал, когда у команды 10. Хускар, ну с Хускаром он прям свою задачу выполнил. 0-3-0 играет Пьюр. На Марсе 0-4-0. Это насколько отвратительно такое катать. Но вот правда там на других линиях прям большая просадка. У Нигма тоже фрилиния 5000 творса. У Шейкера тоже все хорошо. Вот, или Шрачок уже свое потихонечку добирает. То есть игра намечается непростая. На творсом все плюс-минус равно. Делает телепорт, блин, очень важно убить эту Энигму. Это своем от Шейкера тут нажимается. За Энигму очень много заплатит. Бэкхола нету, шикарно. Мы захватили реально 500. Это супер вкусно. Еще и Шейкера можем пробовать убить. Правда, лишь шрак мешает. Два липа пришлось скинуть. Болото еще под себя постелил. Он, прикинь, стрелой попадет. Если кинет его вообще. Лишак на хосте, это очень страшно. Мана закончилась у бедолаги. И будем прощаться, кажется, с Лешем. 5 секунд до липа. Это же никак не выживет. И Севишман сынул в последний момент. Еще и килл достается. 6-0-4 счет. В 10 киллах поучаствовал за 10 с лишним минут. Не готов ДЛ. Вопрос. Зачем Dragonlance? То есть, ладно, на Медузе мы смотрели на Dragonlance как на фарм-инструмент крутой. Потому что с Dragonlance есть очень много мест за обе стороны, причем за свет и за тьму, где ты фармишь два спота одновременно, практически не двигаясь. Плюс это очень комфортно, потому что расходуешь гораздо меньше маны и меньше зависишь от удачи, что крипы спавнились не с маной и невозможно ее восстановить на Луне. Мы видели фастовые Драгонленса. Игроки хитро ранили крипов, не теряли хп, играли без мома. Но потом все равно все поголовные стали мобы покупать с Драгонленсом. И у Луны свой ДПС огромный. У Мираны же свой редклик. Такой себе. Ну, ты именно то, что первым слотом зарашил, это Драгонленс реально удивляет. Стукает его в крутых. Драгонленс прям сложно ожидать. Офигеть, как же повезло сейчас. Еще и стаки доезд за Лешей. Оба штормшторма в Лешего отскочила. И реально еще и стаки, блин, вот это вкусно было. За Лешего заплатили 345, еще и стаки сверху. У него уже, блин, можно какой-нибудь Митрил Хаммер покупать. Либо в молнии, либо в БКБшку. Капец. Так еще и Энигму, судя по всему, сейчас убьют. Тут Бетик в инвизии, Энигма вообще такое будет не ожидать. Да, изи килл. Они недопоняли друг друга явно. Ну ладно, Бэтрайдер все равно живой. Килл Бэтрайдер достается, кстати. Ну и 13-е участие. За 12 лишним минут. Прямо очень круто. И Марс, бедолага. Ну ладно, не такой уж бедолага. Непонятно, да, кто еще бедолага. Марси все-таки бедолага получается. Получается, что так. Вот будь на месте Марса ЦМ-ка. Вот как думаешь, сколько было бы смертей? Ну, как было бы еще хуже, мне кажется, все. Ой, теперь прыгать кстати, нельзя. Да, патч. Печально. После такого, наверное, надо БКБ класть, как бай, да? Молнии все-таки. Там контроль реально миллион, но хочется и молнии, и БКБшку, блин. И Сэвэдж по итогу тоже погиб. Неприятно, у Шейкера скоро такими темпами дагер будет. Ну на Сэвэджа, кстати, не похоже. Вот это вот смерть. Сэвэдж как раз таки игрок очень стабильный. И особенно его позиционку хочется отмечать. Потому что он никогда не подходит к тем героям, которые могут его так легко убить.
Ну, со всеми бывает. Проигроки тоже люди. Очередное убийство, которое ему достается. Он ведь и талант еще на 10-м взял. На дальность атаки. Ой, дальности прыжка, либо, извиняюсь. Мне, кстати, удивляет, что настолько рано его берут. Да. То есть многие любят стрелу хотя бы в двойку взять, там второй скиллпоинт невероятно сильный. То есть и урона в 2.5 раза больше. Причем гарантированного урона. И стан дольше длится. Ну, кстати, к этому тяжело привыкнуть, согласись, что стрела не 5-секундная. Продолжай, Сурё. Ну да, он, получается, замаксил себе первый, замаксил третий. И сразу же взял талант. Со стрелой в единичку катает. Ну, кстати, смотри, до Драгонвенса чуть остается. Ну и следующий итем ожидаемая БКБшка. Без БКБ тут, конечно, будет невозможно поиграть. Куча контроля у героев в вражеской команде. Ну и плюс, Мирана такой герой, да, довольно-таки уязвимый контроля. Все, есть у него молнии. Опять же, молнии тоже шикарные там для Мирана. Блин, у него 8000 творцев. Это реально как будто керри Мирана и Рики был тройкой. Ну, либо, не знаю, медовым какой-нибудь Рики. Это слишком жестко для Фейна. Так еще игрок не играет на Фейне. Ну, на это играет, в принципе, как Кири. Когда у тебя на первой позиции Рики, вместо фармящего кора, зачастую можешь себе многие вещи позволять. Звезд команды его подстраховать. Выснулся по итогу. Стрелу в катапульту причем жалеет, обрати внимание. Неловко вышло. Марси, кстати, дала спейса выйти на линию дальше. То есть, с одной стороны, надфидонил по приколу, с другой стороны, Мирана вот забрала пачку. Даже Валора в речку спустилась, на топе замес. О, видишь, что телепорты в топ летят, поэтому не станет уходить с линии. Тоже очень важная тема. Он, может быть, даже, кстати, Энигму убьет. Энигма будет не ожидать такого. В теории. Но шансы невелики. С тревой надо просто попасть. На тире не попасть. Тире долоны. Но стоит в засаде по-прежнему. Не сдается. Меняет позицию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Заряд кликает ведь? Не, блин, ну ладно, хотя бы телепорт сбил. Слизникам легче будет хватиться. Я думал, мне показалось, но, по-моему, у нас рассинхрон по времени. У меня сейчас 16:46. А у тебя? 47, 48, 49. Я тут продержал 1.5 секундочки пауза. Так что без клики нормально. Опа, новая засада. Эта луна не заблочит, главное. Но прочувствовал все, Энигма прочувствовал. Нормально он так заставил напрячься эту Энигму по итогу. Так, летит мид. Он так долго жил на боте. Столько нафармил. Косарин портит этого нового фарма. Только из таверны его очень хочется убить, чтобы прям максимально ему жизнь испоганить. Ну, что-то такое. Но в арену не запрыгнуть. Тычки через арену не летят, еще и БКБшка на хускаре. Да, БКБ армлет. Не пошло, еще и шейкер может в теории что-то придумать. Там блинка нету случайно на шейкере? Нет, еще нету, тогда окей. Работа с камерой необычная. Я аж в моменте недопонял, от чего лица мы смотрим. А что не так? Ну, он камеру очень необычно держал, конкретно в тот момент, когда я заговорил об этом. Угу. Не колесиком, кстати, камеру двигает так плавненько. Через край экрана. Передвигает ее. Опять Хускара убили.
Пятая смерть. Ну, кстати, Пьюр, смотри, как камбэкнул. У него был 0-4-0 или 0-3-0, счет 4-5 бегает. Попал бы стрелой, неужели убьет так просто? Судя по всему, да. И как даже достался. Это шок. Молния подстраховочная вылетела. Мало бы стычки не хватило урона. Дэмэджа все еще не так много. Но опять же, учитывая рейнджу атаки. Анимешная связка прям рабочая. Оказалось. А ты второй сезон смотрел? Не смотрел. Там вроде уже третий вышел, или четвертый даже. Дай-ка я гляну, сколько их там. Что-то слышал, да, такое, но как-то... Не особо есть желание смотреть это. Да, три сезона. Мы вот первый глянули и ждем второй сезон Аркейна. Аркейн, да, с кайфом бы глянул. Аркейн настолько пушка. Вот неуязвимый еще мультик есть, тоже очень понравился. Вот только что-то не зацепило. Если мы хвалим мультики, всем советую Моану. Не, ну мы же мультсериал выходим. Моана это не то. Моана это то. Ну да, и поспать можно на ней сладко. Какой ты иногда вредный хуй. О, там Хускара убили, ты это видел? Видел. Кстати, не травка кайфовая. Но, правда, драконе по итогу в ноль проиграли. Если еще и Мирана умрет, это прям печально будет. Две секунды до чуть-чуть. Ух, замансил. Ой-ой-ой, что за копье? Причем визуально мимо не полетело. Но слишком широкое копье. Имбай под противников. Пипец. Только одного Хускара убили. Ну, короче, БКБшка нужна прям экстренно. Давай мы вместо перемотки времени возрождения обсудим мультики. Ты Рататуй смотрел? Ну, давно в детстве смотрел. Как тебе? Не помню, вроде нормально. Рататуй — это вообще лучшее, что из мультфильма существует. Даже лучше Моаны. Вверх мне нравится мультик, хороший. А я вот не смотрел. Ну, я про него очень смешанный отзыв слышал. Я бы даже сейчас пересмотрел, я помню, блин. Он такой взрослый мультик, на самом деле. Ну, я прям давно смотрел, но помню, там прям жесткие вещи были. И музыка там вообще шедевральная. Я помню, вот музыка там прям кайфовая. А Зверополис смотрел? Не, не смотрел. Не смотрел Зверополис? Не, что-то как-то... Я подумал, что не мое. Братан. Завтра бери выходной и смотри Зверополис. Зверополис вот нельзя не смотреть. Вверх, наверное, вот мой любимый мультик. И Человек-паук, хороший мультик. Через галактики. Или как он называется? Забыл. Ну, примерно так. Вот он прям крутой. И тоже и музыка крутая, и стилистика крутая. Супер понравился, помню. По поводу музыки, кстати, мне кажется, лучше, чем в Аркейне. Я нигде музыкальное сопровождение не видел в мультфильмах. Это уже хорошее. Там вот на 15-м, кстати, взял себя на скорость атаки. Но тут довольно. Выбирать не приходится, в общем. Даже магические Мираны его берут. Велипнир докупает под него. И нормально. Да, ну и пока что файтиться не хочет, надо БКБшку дофармить. Опять же, блин, вот эта нейтралка прям приятная вот на таких героев, как Мирана. Напоминаю, что она... Ну вот, в общем, видите, она стреляет, и в ближайшего крипа еще одна тычка отлетает. Супер приятная нейтралочка. Также дает 5 атрибутов, 10 урона. Вот на таких вот рейнджевиках, как Мирана, там, не знаю, дровка какая-нибудь, очень круто смотрится. Для фарма. Обычно, когда предмет круто смотрится, мы не напоминаем, что он дает. Я напомню. Я говорю, что обычно, когда предмет круто смотрится, мы не напоминаем. Мне кажется, лучше при Гансблейде все равно ничего нет. Но лук может быть иногда.
Ну, лук, приконсблейд, вот это дагер, нейтралка. Вот это, дагер тоже, мне кажется, если бы был дагер. Дагер. Что это вообще такое? Аррей? Не знаю. Через мяти. Хотели подраться под БКБшку, но... Убили просто Энигму. Так, ну дальше по билду Дейдаус. Опять же, дэмэджа надо добавить. В принципе, у него все есть. Дальность атаки есть. Сейф есть в виде БКБшки. Скорость атаки, в принципе, приемлемая. Вот чутка дэмэджа осталось добавить, и все. Ему скорость атаки дает третий скилл. Особенно с этим талантом. Плюс 8 скорости атаки. Так, вот реализация БКБ нажал просто. Марс не смог пригвоздить, быстренько его заредкликал. Из-за этого вся позиция противника прям сломалась. Если бы не было БКБ, Мирану быстренько бы убили и все. На пятерка Марс немного не то, на что хочется БКБшку нажимать. Сделать как-то. Эти 9 секунд сыграть чуть получше. Угу. Там просто и Хускар агонимный был близко. И Шейкер тоже там рядышком ошивался. Но с Хускаром вообще непонятно пока что делать. То есть Бетик Хускара не солит. У Рики дела очень печально идут. Сабр, ты тоже конкретно против Хускара очень уязвима. И вот на одной Миране только вывозить. Но это нужно, чтобы он без Эгиса был. Кикба, кстати, сразу доедал, если обратите внимание. Я думал, МКБшка будет. Во-первых, МКБшка тоже очень хорошо стакается с такими героями, у которых большая скорость атаки. А во-вторых... Там, на удивление, пока что мясов нет у противника. Хускар не стал алебарду покупать. Конечно, мне, наверное, даже больше Дейдаус симпатизирует. Слушай, без проблем сожрали Хускара дважды. Четырех героев убили, пятерых, если мы считаем Эгис, и без размена. А это как? Так и без, ну, с БКБшкой в КД еще умираны. У него просто идеальная позиция была. Сзади стоял, настрелил на рейнже атаки. Круто реально сложилось. Какая дрянь. Марсе что-то осталось. Это странно было, Т2 сломали, и что-то она далеко загуляла. Ушибочка. Это вряд ли что-то в игре изменит в ближайшее время. Стаки не получились, к сожалению. Он смог, по-моему, передал, или что это было? Да, что смог передал. Предложил? Смог. Прикольно, что он, по-моему, уже не первый раз эти смоки покупает. Необычно. Так, Эрол. Ну там Энигмы идут. Вард спалил, кстати. Сильно заранее на идолонов нажал ПКМ. Ой-ой, там Бетик, смотри, Лассо нажал на Энигму. Вот это шикарно. Может теперь и Т2 спокойно сломать. И аванпост тут украсть. Блин, а так забавно наблюдать за тем, как Пьюр хорошо сыграл. В тильте. А как вообще Эмо на тройке Энигмы играет? Это вообще что вообще? Как так могло произойти? Можешь БКБшку нажать и запрыгнуть в арену? Есть соблазн? А, слушай. Попереждал? Реально, он просто стоял. А в ПК весь замес, но тем не менее они 4 в 1 разменялись. Без траты БКБшки от Мирана. Я думаю, многие на его месте нажали бы БКБ и пошли бы в контакт. Он прям уверен был, что все будет в порядке. 19 ассистов, кстати, на Миране. Как тебе такая информация? Не удивляет. Участие у него всю игру очень много. По участию в минуту. Даже обгоняет иногда. Вот сейчас обгоняет, например.
первое место, да, по ассистам в катке? Mm-hmm. Да. Причем большим отрывом. Но порой его схитить тяжело номерами. Есть, конечно, Шторм. Ой. Как он называется? Старый Шторм, блин. Шторм-Штормер. Этот никнейм очень сильно. Из-за этого путаница в голове. Старый Шторм. Я каждый раз, кстати, когда Мирана юзает первый скилл, вообще в каждой абсолютной игре, когда я вижу Мирану, она юзает первый скилл, я вспоминаю, как Тирент, по-моему, с моста падала. Что это? Видимо, ее перепугал. А, прекрасно, в третьем. Юная леди, ну, я не знаю, сколько. После места продолжим. Капец, шикарнейший блэкхол. Поздно ульта Валоры, то есть чуть раньше. Но Мирану бы все равно не спасли. Но, кстати, размены они все равно выигрывают, а нет, лишь шраг с БКБшкой. Резко разрулил. Мне кажется, могла пережить все-таки Мирана. Валора ведь с Холи Локетом. Кто знает. Ну да, такое себе по итогу. Ну так, 50. Если бы она была с Холи Локетом и с Аганимом, тогда да. Так, мне кажется, не прокатило бы. Да, он 20-го, кстати, сейчас будет. Ух ты, смотри, билд какой у Сэвэджа на Рике. Что это за линза? Любопытно. Ну и, кстати, противники все это провернули по тайминг Рошана. Если они сейчас 10 секунд в рашпите постоят и увидят, что Рошан заспанился, будет очень печально. Потому что там будет шард лежать. Там шард много куда может поместиться и в... Ну, во всех четырех героев, в общем, шар хорошо смотрится. Для шарочка, наверное, лучше всего. Хотя, может, и Хускар забрать. Да им на Марсе, блин, кайфовый шар нужно выгвоздить. Не, благо они не прочекали. Рошана повезло. Пересосет Мирана, БКБшка имеется. Талант 20-го взял еще себе на 35 крон. Это уже очень важный талант нынче. Для кор Мираны. Половина хп у Рошика. Хускара беспокойно в начале замеса выносит. И Шейкер там еще. О, отлично, липнулся. Да, Шейкер убил, ультракил что ли будет? А может и рампешку? Рампешку. Шанс есть? Как же долго живет на лишраке? Не, рампеш, наверное, не будет. Но ультракил сильно. Просто пришел с пулемета, всех заредкликал. Сейчас еще и Эгис, видимо, будет забирать. А шард кому? У Рикича уже есть шард. Дали ему шард. Добавляет один заряд липа. Прочитал, что шард дает. На не, наверное, не прочитал. Наверное, не прочитал, наверное, через Alt нажал на то, что у него отсутствует шард. Ну, но когда ему шард уже положили? Шард... Мне кажется, некому кликать. Да не суть. По поводу Тирента, ты в третий Варкрафт не играл? Играл, но вообще ничего не помню. Это вот юная леди, но она выглядит как юная леди, на самом деле несколько тысяч лет, насколько я знаю. Который в Малфурион яйца подкатывал. Но меня удивляет. Вот в нашем мире цивилизация ведь в районе 7000 лет считается. Цивилизация, смотри, как далеко зашла. А у них там десятки тысяч лет. Они только порох открыли. А что делать, когда ты живешь 10 тысяч лет? Чем заниматься? Да, звучит забавно. Я, кстати, решил всем бьем не разогредить. В принципе, это не так дорого. У него и так есть молнии, а так спида еще больше под Дайдаус. Пулеметик будет.
А ты меня ничем не спрашивал, просто задумался, чем можно заниматься 10 тысяч лет? В античности, по сути. Я понимаю, Малфуриона, который просто спал нормально. Тоже спросили, что бы ты сделал 10 тысяч лет? Поздней античности, я бы сказал, я бы спал. Начинается сесть замес. Тем временем. Самую важную цель увез Котик. И Серпешев еще и везет Лешрака. Вообще идеально. Ну правда, Лешрак под БКБ, под Бладстоуном. Капец бессмертный. Вот, мне кажется, мы много на себя взяли Лешрака Придна. Кстати, можно тут пострелять. Ускара прокатит? Ускара прокатила. И Энигма после боя сейчас летит. Будет еще Лип отметить это. Зря он, по-моему, Лешрака разбудил. Тебе так не кажется? Да. Дождаться Липа, а потом уже будить. Ну все, ладно, потом бы он уже сам проснулся. Что-то атак спида не хватает. Блин, какой же Лешрак сломанный герой с Бладстоном? Просто 500 героев спокойно переживает. Ну ладно, что, 5 героев в таверне, давай тогда помотаем чутка. Вообще еще где-то слышал, не знаю, насколько информация достоверная, разумеется. Вообще без понятия, я в 11 классе только узнал, что через трахею дышат, они едят. Так что биология не моё. Но вроде человеческий мозг, он выдерживает объем НФИ, как вот воспоминания длиной в 360 лет. Приблизительно, могу соврать. Думаешь, у эльфов мозг другой? Ну да. Ну понятно, что они не каждую секунду помнят. Но если ты прожил 10 тысяч лет... На 360, думаю, там наберется. Там по-любому кинем свои приколы. А прикинь, с них память круче. Круче, чем 360 лет? Ну это понятно, что она круче, чем 360 лет. Ник иначе не вывезли. С ума бы себе сходили. Мне это что круче, чем у людей, гораздо во всем. Вот если бы я был эльфом, например, я бы не говорил несколько видосов назад, что у Вивера шард инвиз развеивает. Вот знаешь, либо память лучше, чтобы таких ситуаций не было, либо память хуже, чтобы о таких ситуациях не помнить. А как-то посерединке самое некомфортное. А по закупу остается сатани какой-нибудь? Скази, мне кажется, есть? Очень интересно. Против трех ренжевых коров? Против Хускара? Ну, кстати... ну да, звучит неплохо. Сатаник, Скади, Баттерфляй, что-нибудь такое, мне кажется, из оставшихся артефактов, которые могут... хорошо поместиться в закупе. Мне кажется, опции ровно две. Это либо Скади, либо Рапира. Но чтобы не было таких ситуаций, когда Лешрак хилится на 1500 в секунду, и его пробить невозможно. То есть либо срезать ему этот хил, либо сильно увеличить ДПС. Сейчас залетит какая-нибудь пика. И будем сидеть и думать, зачем и как. Ну, кстати, пика тоже звучит... как такой простой вариант исхода. Загрейдить просто драгонвенсик. Ну, его когда стики на интере лежат. Ой, точно не пику грейдить. Два лосона же. Лосова этого лешего. Настолько он, видимо, надоел. Этому бетрейдеру. Ну, леш реально задолбал. В каждой игре эти лешраки. В каждой игре идут обниматься. Стоит в бесконечном стане и все равно 8 секунд бессмертия. Сколько там Бладстоун длится? Вряд ли 8. 6. Капец, линза на реке реально противная. В дартс тупо играет. С врагами. Ну и Марс после байбека улетел, надо походу... заканчивать игру потихонечку. Тебе так не кажется? Думаю, да.
ладно, если честно, я ответил рандомно, потому что я прослышал вопрос, думал о памяти эльфов. Повтори вопрос, пожалуйста. Да говорю, два героя без байбеков погибли. Можно было и закончить игру, но он просто Рошан. Они не знают, что они без байбеков. Нападок на выкупенник мы же есть, вроде как. На Марса, Марс байбековый все только что. А, это верно проглядел, прошу прощения. Рефрешер в Рошане, это жестко для Бэтрайдера. Ну, в этих СВ рефрешеры сейчас не стакаются. Хотя да, еще правда, это пофикшено. Можно и Миране, в принципе, отдать две БКБшки. Еще 12 секунд неуязвимости, нормально. А так, по поводу закончить, все-таки мы тут видос за видосом рассказываем о том, что нельзя пытаться ломиться на хэкграунд при живом Рошане. Если противники свыкупов отобьются, они заберут Эгис и перехватят инициативу. Вот реально пику закрыть. Ну ладно, сейчас лота нет. Забавно вышло. Возвращаемся после возрождения, тут сразу же замеса. Ой, бедолага на Энига. От Бетик поживет, интересно. Рефрешер в кулдауне был. Так, с рефрешером гораздо лучше было бы. Так, есть Эгис, есть БКБшка. Есть, в принципе, неплохая позиция, у почти Хекс. Успеет липнуться? Стрелой еще попал в Шейкера. Ну, причем эта стрела поначалу очень странной показалась. Про него противники как будто забыли. Он идеально стоит сзади. Настреливает. Даже если бы помнили о нем. Молнии или широка не хватило бы, другие герои добраться не могли никак. У него еще и Егис, и БКБшка нетраченная. И сразу в трон ломанулись. Но очень много импакта для тройки Мирана. Это реально жестко. Предлагаю в комментариях написать свои идеи, чем можно в античности заниматься 10 тысяч лет. Реально очень интересно. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать комментарии. И мир вам!